До Нового года еще месяц, а в Дмитриевском детском доме уже праздничное настроение. Сказочные персонажи Снеговик и Баба-Яга пришли к ребятам за письмами. Воспитанники учреждения написали открытки с пожеланиями Деду Морозу. 13-летняя Полина любит получать подарки и поздравляет амурчан сама. С ребятами из детского дома они готовят праздничные выступления для жителей Дмитриевки и других сел района. Мы каждый год готовим поздравления. А от детского дома танцы, песни как бы свои, там стихи. Ну, я верю, Деда Мороза как бы такой персонаж яркий, очень нравится. Я, конечно, много хотела, но выбрала по мелочам как бы. Выбрала я колонку и, ну, косметику, как я крашусь уже, как бы вот. В сказочных героев нарядились сотрудники местного дома культуры. Руководитель ДК примерила объемный костюм Снеговика. Рассказывая, театрализованную постановку подготовили буквально за ночь. Успеть выучить сценарий в такой короткий срок помог опыт. Женщины много лет организуют культурную жизнь села. В Доме культуры у нас мероприятия всегда. Это у нас все праздники, все по сценарию всегда проходят. В таком в этом персонаже и впервой. Да, впервые. В таком персонаже впервые. Впервые акция «Стань Дедом Морозом» была организована в прошлом году по инициативе амурского губернатора. Письмами от юных амурчан украсят новогоднюю елку в правительстве области, где любой желающий сможет снять открытку и исполнить мечту ребят. В Дмитриевском детском доме сегодня 33 воспитанника. Это ребята от 6 до 16 лет. И подростки, и совсем маленькие мальчишки и девчонки верят в то, что их желания обязательно исполнятся. Ну, они реагируют, они очень серьезно относятся, подходят к этому, они там с удовольствием думают, сидят, пишут эти письма, оформляют. Там в пакете все, вы не видели, но там у нас елочки сделаны, украшенные красиво, и там на обратной стороне каждой елочки написаны те пожелания, которые дети хотят, те подарки, которые дети хотят получить от Деда Мороза. Загаданное в письме получит каждый ребенок. Подарки юным амурчанам раздадут в канун Нового года. Праздничные открытки уже заполнили воспитанники социальных учреждений Тындинского района, социально-реабилитационного центра «Мечта», Благовещенского детского дома. Планируется, всего писем будет порядка 500. Денис Свириденко, Иван Сюмак, Амурское областное телевидение.